Приветствую всех, дамы и господа. Михаил Марголес у микрофона. Воздух на нашем. И сегодня у меня в гостях, ну, наверное, самый главный коллектив российского рока. Вот не побоюсь такого слова. Ну, а что тут скрывать-то? Вот они перед нами. Просто машина времени, что-то еще говорить. Здравствуйте, ребята, здравствуйте, господа, ребята. Ну, это так же фамильярно, но тем не менее, как бы. Здравствуйте. Привет. И начнем сразу. Сегодня в гостях у меня в воздухе. Песня, которая сейчас прозвучала, она как раз из альбома «Вы», то есть из альбома, который, ну, самый свежий по времени своего издания в дискографии группы. Тебе же такой первый, Андрей, вопрос. Это так случайно получилось, или это вот в тебе было всегда? Вот, в принципе, если взять, допустим, вот эта песня из альбома нового, а 40 лет назад, в общем-то, все равно были песни, в которых так или иначе подчеркивалась вот фраза вот этого вот индивидуалистского противопоставления миру. Вот она была в тебе всегда, или ты постепенно так накопил с годами ее? Ну, помимо того, что во мне было, и что я накопил с годами, к сожалению, в жизни нашей, на мой взгляд, меняется до обидного мало. Ну да. Вот, поэтому, увы, приходится возвращаться к одним и тем же темам. Ну вот да, ты совершенно точно понял вопрос. Я именно об этом и говорил, да, что очень интересно, да, вроде бы, казалось бы, люди уже совершенно другого возраста, а все равно приходится, да, что называется, и петь об этом, и это опять получается довольно искренне, то есть не то, что это просто имитация такая. Ключевое слово «довольно», да? Довольно, да, довольно. Но доколе. Спасибо, Миша. Доколе еще, ну, хорошее, да, слово. Довольно искренне. Да. А смотри, как интересно получается, опять-таки, вот ты сейчас сам сказал вот про то, что меняется до обидного мало. Ты заметил, что, в общем-то, вот значительная часть общества, скажем, того же российского общества, как раз-таки индивидуализм понимает совсем по-другому. Наоборот, как раз понимает вот как некое такое вот коллективное мышление, это и есть как бы хорошо.
Ты знаешь, я не проводил таких социальных исследований и не очень верю проведенным. Угу. Я беседовал с Димой Быковым на эту тему. И вот мне кажется, он наиболее верно видит картину происходящего. Есть очень небольшой процент, которые абсолютно неистово убеждены, вот, скажем, вот в этом. Есть очень небольшой процент, которые убеждены в прямо противоположном. Угу. Посередине там 86 с чем-то процентов, ну, да, которые абсолютно нейтральные. Вот они, в зависимости от того, куда завтра дунет ветер, угу, туда повернутся их головы. Ну, ты знаешь, что самое интересное? Но если ты к этим процентам, как раз 86 подойдешь, они сами по себе уверены, что они абсолютно индивидуальны. Ты не что... подходи. Меня интересуют люди, которые находятся с краю всегда, понимаешь? Ну да, может быть. Так с краю уже это маргиналы же, типа того, да? Ну, можно всякими грубыми словами говорить. Но вообще с краю находятся те люди, благодаря которым что-то движется и что-то происходит. Я в какую сторону, это другой вопрос. Я с тобой согласен, это абсолютно. Давай что-нибудь сыграем, потом продолжим. Сыграем. Засыпало снегом. Мама, что-то случилось с землею и небом. Мне приснилось, что мы потеряли друг друга. Мама, слышишь, как плачет над городом вьюга? Мне приснилось, что люди уже и не люди. Я боюсь, что усну, а рассвета не будет. И метель понесет меня выше и выше. И никто не поможет, никто не услышит. Успокойся, малыш, и не плачь, что ты, что ты. Просто ангел не может найти свои ноты. Он терял их и раньше, такое случалось. Но пока, слава Богу, удачно кончалось. Он найдет их, дружок, в этом нету сомнения. И над небом опять зазвенит его пенье. Вот тогда слово в строку, дружок, вот тогда ногу в стремя. Ах, какое наступит прекрасное время. Thank you.
«Машина времени». «Машина времени» и вот такой вот очень пронзительный релик, скажем так. Скажи мне, опять-таки, Андрей, вот я тебя давно по этому поводу тоже спрашивал. Очень интересная ситуация. Ты сам отметил, да, и то, что не так сильно меняется время даже за те десятилетия, да, что вы на сцене, и приходится часто возвращаться к одним и тем же вещам. И в то же время, странным образом, если все творчество «Машины времени» изучать, вот, получается не так много вещей, которые, вот, знаешь, ну, написаны как бы вот в момент какого-то такого, знаешь, ну, очевидного, не то чтобы там раздражения автора, но, скажем так, какой-то вот его такой, такого сгустка некоего неприятия окружающей среды. Ну, не знаю, я могу там вспомнить, допустим, да, тоже твою там тему опустошения, допустим, или те же крысы, которые уже вот недавно появились. Но в остальном это все достаточно такие светлые вещи. Ты как бы сдерживаешь себя или для тебя совершенно естественно? Тебя действительно внешняя среда вот так вот сильно не берет, что называется? Я, с одной стороны, себя не сдерживаю ни в коем случае. С другой стороны, я не могу сказать, что я пишу песни какие-то, находясь в состоянии раздражения. Нет, вообще... Ну, хотя ведь есть от чего. Это другое совершенно. Мне не кажется, что так вот непосредственно, знаешь, возбудился, раздражился и сочинил песню. Но нет. Песня приходит сама, на самом деле. Она сама решает, какой ей быть. Вот надо просто поймать эту волну и настроиться на ее состояние, и все. Не, ну вот есть, допустим, ну, наши с тобой общие там и знакомые, и так далее, твои коллеги, там, сейчас даже не буду называть, поскольку пример такой будет немножко пикантный, да, но скажем так, которые говорили, что да, действительно, там, я целый альбом там писал, там, в состоянии, когда вот меня вот то-то там достал, или я писал его там после, там, не знаю, выхода из запоя, там, большого. Ну, так люди все разные, я никогда в жизни не выходил из запоя, потому что ни разу в него не попадал. Здесь у каждого свой опыт. Понятно. Хорошо. Даш, скажи мне, вот, ну вот для тебя «Машина времени» — это что, в принципе? Для меня «Машина времени» сначала началась со школы. Потому что наш классный преподаватель, он был ярым поклонником «Машины времени», и все наши огоньки проходили под песню «Пока горит свеча», «Не стоит прогибаться под наш изменчивый мир». И потом я уже как-то принесла с собой на протяжении многого времени группу «Машины времени» уже с другими песнями. Но все началось еще давно. У вас был преподаватель. Да, и привет Алексею Ивановичу Чернову. Какая хорошая оговорка была, под наш изменчивый мир. Там не было слова «наш» в этой песне, но хорошо. А, это просто была переделка нашего преподавателя «Не стоит прогибаться под учебный процесс». Это я помню. А потом уже во взрослом мире, да, как я говорю, я слушаю «Машину времени», потому что она у меня связана с прекрасными моментами в жизни. Но я слушаю как будто песни, которые я тогда слушала. То есть «Пока горит свеча», «Оставь меня», мне нравилась очень сильно эта песня. Ой, мне прям, я сразу ассоциировала, что это мне мальчик поет. Вот. Ничего, такой мальчик. Да, и песня, конечно, «Поворот» тоже. Ну, много-много песен, их перечислять глупо просто. Вот, перечислять их может быть и глупо, но сейчас как раз вот хорошо из твоей этой фразы, очень хороший вот такой вот вопрос у меня именно родился. Ты знаешь, каждый раз, когда я смотрю там, на тебя, там, на там, Сашу Кутикову, да, там, на Валеру Ефремову, но особенно, конечно, вот на вас, поскольку вы все-таки и авторы, и фронтмены, и, там, и так далее. То есть мне всем интересно. Я иногда вот там супруга своей по этому поводу говорил, мне интересно, как себя сейчас чувствует Пол Маккартни в этом смысле? Вот он едет где-то по миру, он куда-то проходит, то есть, а о нем говорят как об истории. Там, он проходит мимо кабаков, там, звучит его «Yesterday», там, еще что-то. Говорят, а вы знаете, там уже мужики сидят взрослые, седые. Они говорят, там, во, я же на Маккартни, там. Миш, ну, просто напиши ему письмо. Не, ему-то я напишу. Пол. Ну, пока ты есть, как бы, да, ну, вот, пока ты здесь, у тебя спрошу, я говорю, ведь тысячу раз не то, что какие-то там просто вот там люди, слушатели, я говорю, слушаю от музыкантов, уже очень зрелых, опытных музыкантов, мы начали играть, вот так же, как ты рассказывал, мы начали играть потому, что «Битлз» услышали, они начали играть потому, что «Машина времени» появилась, а вы все вот ходите, то есть как в ситуации... Я же еще пока еще. Вот. Как ощущается вот в этом вот состоянии? Вот, ну вот здесь реально Миша, банально. Если тоже начать всерьез об этом думать, да, ну, ты превратишься в самовлюбленного идиота. Это понятно. Вот, да. Поэтому очень важно сохранять иронию по отношению к себе в первую очередь. Но часто все-таки сталкиваешься с ситуациями, там заходишь, там, не знаю, в кафе, в ресторан, бас, там марионетки играют, там «Синяя птица» играет, там сидишь, слушаешь, сам же это я да и я пою. Я не обращаю внимания на это, честно. Вот прям вообще когда-то это, конечно... Когда вышел фильм «Душа», там, до фильма «Душа», до он фильма только снимался, «Душа», да. Мы приехали в Ялту на съемки. Это был 82-й год, и
81-й. 81-й лето. Из каждого бара, из каждого кабака, значит, доносились наши песни, исполняемые вживую. Причем они так старательно снимали, что они всю лажу даже сняли один в один. Понимаешь, это... А нас никто не знал в лицо, потому что нас фотографий-то не было никаких. И мы заходили такими людьми-невидимками, садили, ну, значит, гордились, выпивали. Ну, у тебя вообще фамилия Боярский, это я так знаю, как бы, да, естественно. Да. Вот. Саш, ну а ты вот, допустим, ну, когда-нибудь такой ситуацию, ну, когда ну, удивительно, сижу я, там, мне уже вот там столько-то лет, у меня там уже выросли там дети там и так далее, я сижу, слушаю, и даже вот мы поем 40 лет назад, и вот это звучит в этом кафе, вот я сижу, это же я сам и есть на самом деле. Ну, Андрей правильно сказал, что надо полегче относиться к себе, тогда, скажем, жизнь будет длиннее, понимаешь? Не, ну я не говорю, что должен подойти сразу к бармену и сказать, так, мне все бесплатно, потому что вы же знаете, что это я. Ну, понятно, что у нас есть богатый бэкграунд такой и с точки зрения музыки, и с точки зрения прожитых лет, но интересно смотреть вперед, а не оглядываться назад. Конечно, забавно, вот я вчера пришел в банк, допустим, да, и старший охранник в этом банке подошел ко мне, седой дядька, на пенсии, вот, и говорит, мы выросли на ваших песнях. Да, мог бы дубинкой по голове, между прочим, да? Мне стало ужасно неудобно, потому что он выглядит старше меня лет на 20, вот. Я так думаю, ну ладно, можно с вами сфотографироваться? Я говорю, да ради бога, пожалуйста. Хорошо, но вот все-таки, вот, да, вот и Андрей сейчас смеется. Я понимаю, мы с вами эту ситуацию, в общем-то, не раз тоже проговаривали так в своих каких-то разговорах. Но все-таки, ну как вы все-таки это воспринимаешь, какую-нибудь очередную фразу, вот именно в интервью, допустим, если попадается, я сейчас не говорю не про тех, кто в банке работает, говорит там известный музыкант, он сам уже практически, можно сказать, там, так сказать, отметил большие годовщины своей творческой деятельности. Он говорит, вы знаете, я вот стал этим заниматься, вот, может быть, и не стал бы, но когда я услышал «Машину времени», вот хорошо это или плохо? Я думаю, какой хороший парень. Молодец. Да нет, хорошо, конечно. Хорошо. Это здорово. Значит, то, чем мы занимаемся, пошло на пользу хотя бы некоторому количеству людей. Не только музыкантам, но и другим людям. Меня только одно обламывает. Когда какой-нибудь музыкант в интервью употребляет словосочетание «мое творчество», вот сразу вижу идиот. Да, естественно, это же ваше творчество. Потому что творчество было у Баха, да? А у нас все-таки работа. Ну да, парнос. И над собой. Нет, работа над собой. Это самая над главная ошибкой. Работа, которая. Да, учимся в жизни, работаем над собой, да. Конечно. Это уже известно. А скажи мне все-таки, вот опять-таки, а вот с этой фразы вы солидарны, особенно уже сейчас, а многие же второй фразы говорят, почему они именно стали этим заниматься после «Машины времени», потому что «Машина времени» доказала, что можно петь рок-н-ролл на русском языке. Вы действительно разве первые? Это тоже заблуждение. Мы были не первые. До этого... Был Градский, были Скоморохи, были уже оловянные солдатики. До Градского и Скоморохов были мифы. Ну, мифы, не помню, пели ли по-русски? Пели по-русски. Ну, в общем, на самом деле, вот, сходятся какие-то линии в одной точке, да, это называется время, место, вот так вот случилось. И вот в этом месте что-то взрывается. Битлз тоже не первые были, да? Ну, понятно, да, это как бы... Что, на самом деле, вот опять-таки, вот если мы уж так глубоко все-таки туда закопались, изменилось бы все-таки, да, я понимаю, что вопрос чисто гипотетический, там сейчас можно как угодно о нем говорить, но изменилось бы что-то, если, допустим, «Машину времени» приняли бы сразу. Ну, вот я имею в виду вот сразу, то есть вот 69-й год собрались, а в 71-м уже в филармонии. Да кто же знает. Как же... Не поставишь такой эксперимент, взять бы нас двух одинаковых, да, двух белых мышей, посадить в разные банки. Тогда можно вести наблюдение и записывать результаты. Что было бы, если бы ДКБ, я не умею так фантазировать. Я просто к чему спросил, что как раз таки, когда смотришь на те группы, которые оказались все-таки там раньше, да. Потому что тоже, когда начинаешь с ребятами что-то вспоминать, понимаешь, что сидели когда на репах, на точках, играли совсем другое. Я могу одно только сказать, что если бы мы до нас дошли первые приглашения из-за рубежа, о существовании которых мы даже не знали, потому что... Доблестные чекисты не пропускали эти приглашения. Нам показали их уже в горбачевские времена. А шли они с конца 70-х. Вот. А с кого? Кто это был? Как они узнавали? Как-то узнавали, не знаю. Слушай, у нас в Америке вышел диск в 82-м году, да, виниловый. Мы не знали о его существовании, пока нам его не привезли. Как-то знали.
Вот если бы мы оказались на студии, на настоящей студии, там, я не говорю на Abbey Road. Ну, на ней оказались. Вот в те годы, да, мы бы получили такой бесценный опыт, и мы бы с ним вернулись домой. А я казалось, что нас уже не приехали бы. Нет, мы бы, конечно, приехали, что там делать. И, но мы были бы уже совсем другие, мы были бы гораздо более опытные, и, может быть, мы звучали бы гораздо лучше вот в те годы, во всяком случае. А так это просто был очень длинный путь карабкания вверх такой. Ну, давай тогда сыграем. Давай. Черви в золоте, тесно в комнате, тесно в городе, мир — большая тюрьма. Кутерьма. Лето в холоде, танцы в холоде, кто на проводе? На проводе тьма. Тишина. И не склеить осколки, и не вытравить мрак. Видишь, как плотятся волки из бездомных собак. Засунь бачку в телевизор, протри кушетку до дыр. Ты уже посмертно вписан в этот брошенный, брошенный, брошенный Богом мир. Волком, зайчкой, болтом, гаечкой, кем ты был, кем не был, пойди разделись, обернись. Стал овечкою, встал со свечкою, нынче Бог тебе, как фиговый лист, типа чист. И сомневаться не надо, время вспять не течет. Ровно в полночь день со складом уйдет со счета на счет. Но сейчас не об этом, я хочу, чтобы жил тот, кто бросит лучик света в этот брошенный, брошенный, брошенный Богом мир. Сомневаться не надо, время вспять не течет. Ровно в полночь день со склада уйдет со счета на счет. Но сейчас не об этом, я так хочу, чтобы жил тот, кто бросит лучик света в этот брошенный, брошенный, брошенный Богом мир. У машины есть еще одно, да, как бы уникальное в этом смысле для пока российских палестин результат, что называется, да, это возраст, да, существования группы. Сейчас буквально подряд начинают, вот, допустим, в следующем году 50-летие отмечать Deep Purple, как бы свое, там, отметят его, видимо, еще там несколько коллективов, которые уже несколько раз попрощались, но опять снова придут. Вот там, не знаю, включая, думаю, даже Black Sabbath. А для вас эта дата тоже грядет очень скоро достаточно, там, вот буквально в следующем году. То есть она значит что-то? То есть это здорово, что так получилось? Для меня это значит набор мучений и большую головную боль. Потому что, ну, у нас так принято, да? Значит, в юбилей
человек должен проставиться. Ну да. Это в бытовом плане. А те жалко, да. Если он музыкант, то он должен проставиться в художественном плане. Ага. Да? Значит, все ждут каких-то юбилейных концертов, особенных. Я ненавижу словосочетание «юбилейный концерт». Ага. Я не так давно ехал по Москве и понял, что из 5 афиш 4 – это обязательно какие-то юбилеи. Да, да, да. Что за любовь к юбилеям таким? От Брежнева, что ли, это осталось? Непонятно совершенно. Ага. Тем не менее, ну вот, вот так. Вот, значит, все равно придется как-то выходить из положения и что-то придумывать. Да, я сейчас... Ну, да, это, да, хорошо, что спасибо за ответ. Я просто еще к тому, что у меня сейчас такой появился вот некоторый вот тестовый вопрос, что называется, он просто сложился сам по себе из обстоятельств, что вот есть группы такие, как Deep Purple, да, вот я как бы привел пример, а вот есть, допустим, группа AC/DC, да, у которой, допустим, вот происходит просто буквально вот на глаза там крушение, что называется, там, да, выбывает один человек, выбывает второй человек, выбывает третий. Остается Ангус Янг, который... продолжает делать какие-то совершенно уже немыслимые вещи, уже звать вокалистов из других групп, но все-таки продолжать тянуть бренд. Вот в этом смысле, опять же, гипотетический вопрос. Если бы судьба чуть по-другому сложилась, вот надо тянуть бренд до конца, во сколько возможно? Я не люблю слово «бренд». Ну, я в данном случае посмотрел, чтобы универсально было. Надо название... вообще желательно заниматься тем, что ты любишь, и тем, что тебе даровано. Потому что вообще закапывать это куда-то в землю – это грешно. А насколько обстоятельства этому способствуют или мешают, это всегда по-разному. Бывает так, бывает иначе. Обычно это бывает то так, то иначе, потому что все идет волнами. У меня просто говорю, что очень интересно в этом смысле наблюдение. Вы, наверное, мало того, что самая, так сказать, действительно знаковая и, так сказать, давняя группа на российской рок-сцене, вы единственная команда, у которой действительно костяк сохраняется. Ни одной команды из тех, которую можно причислить сейчас условно к легендарным, не имеет в составе никого, кроме того, так называемого вот лидера, фронтмена. По сути, это его авторский проект. Просто под тем же названием остается. Вот я в этом смысле имел в виду гипотетический вопрос. То есть, не дай бог, и слава богу, такого же не произошло. Если бы Макаревич оставался один, он бы делал «Машину времени»? Он опять «если бы». Ну да, да. Ну, потому значит, что вот... для того, чтобы это понять, мне надо остаться одному. А не дай бог, знаешь. Ну, да, хорошо. Тогда споем. Споем. Ну, поехали. Кричали мне, держись. Вновь кричат, наверное, им видней. Сто потерь, сто наград, моя смешная жизнь. Вот была и стоит ли о ней. Сорок лет сквозь пену дней я вижу. Приблизился к ней.
«Машина времени». «Машина времени» в воздухе на нашем, мы продолжаем. И, кстати, еще не говорил сегодня в этой программе, один из участников предстоящей чартовой дюжины, господа, милости просим, 15 февраля, Ледовая арена ВТБ. Так что вот и главная легенда там тоже будет. Ну вот, а мы идем дальше. А скажи мне, опять я возвращаюсь вот к вопросу о времени, допустим, да, сейчас тебе уже вот в сегодняшнем твоем, не знаю, там, состоянии, интересах, что ты читаешь в большей степени, публицистику или художественную литературу? По-разному, нету какой-то системы. Если появляется что-то интересное, это может появиться и в художественной литературе, и в публицистике. То есть, не, просто опять говорю, что есть абсолютно два вот к этому подходу. Одни говорят о том, что, вы знаете, все, теперь только публицистику, я художественную, все да, уже прочел. Это все разновидности снобизма, знаешь. Если говорить о публицистике, ты скорее что в ней хочешь найти? Ты хочешь найти какую-то, не знаю, там, не то чтобы отклик, но, скажем, сравнение со своими какими-то мировоззренческими установками или действительно что-то новое для себя? Ну, конечно, в первую очередь новое. Потому что искать какое-то подтверждение собственным мыслям, это, конечно, тешит твое самолюбие, но ничего тебе не дает. А что, если ты находишь при этом мысль иную, то есть все-таки вот в сегодняшнем твоем уже как бы и положении станет, тебя может что-то изменить? Ты можешь прочесть текст, допустим, сказать, и начать думать иначе? Во всяком случае, встать на другую точку зрения хотя бы на время, это очень, очень не вредно. Но для чего? Для того, чтобы ее разрушить? Нет, в своей, для того, чтобы иметь более объективную картину. Знаешь, стереокартинка – это когда с двух точек смотрят, с двух камер. Ну, это да. Ну, вот. Саша, у тебя такая же тоже история? Ты знаешь, я со временем стал больше читать, скажем, литературы специальной. По истории, по психологии, по философии. Я читаю, ну, скажем, то, что мне интересно сегодня. А как ты определяешь для себя вот качество литературы по истории, скажем так? Как он можно вот довериться автору в этом смысле? Как ты понимаешь, что вот этому автору можно довериться? Он действительно излагает историю, а не вот по-другому. Как, когда ты много читаешь исторических книг, после второй страницы ты понимаешь... Если это новая книга, ты понимаешь, насколько автор, скажем, отходит от истины. А исторически... Это очень быстро. Но вообще с исторической литературой проще, потому что если, например, книга основана на документах, которые приводятся, вот это и есть история, да, с которой не поспоришь. Там с психологией, например, сложнее. Там можно отсюда посмотреть, так. А в истории все-таки есть факты какие-то. Ну, это да, понятно. Но дело в том, что, как говорит психология, каждый индивидуум подбирает факты, всем известно, под свою собственную теорию. Ну, вот мы все вместе сообщая пришли к тому, здесь, что... здесь, скажем, вот самое главное — уметь отличать, скажем, достоверность и правильность теории, которую излагает. Так я вот, Саша, о том и говорю, как это вот, где найти этот инструментарий, чтобы отличать, понимаешь? Нужно много вот... читать, много знать, и, в общем, проблем не будет. Был в вашей жизни, это вот такой вопрос обоюдный, да, все-таки момент, потому что у творческих людей тоже очень многих происходит, когда вы реально были подсажены на что-то, вот не знаю, там, один там, 8 лет я читал Бхагавад-гиту, там, этот, я там... там ну, вот, конечно, в молодые годы это происходит... скажем, нормальным развивающимся организмом, да. Сначала я на Гурджиеве сидел довольно долго, потом на Кастанеде там. Ну, мы все это проходили, ну. Так а ведь а почему посаживался? Потому что вокруг тебя были такие же люди, которые нет, на этом же посаживались. Нет, потому что это производило сильное впечатление. И хотелось это читать дальше. А что он еще написал? Ну, это же фэнтези. Гурджиев – это не фэнтези. Гурджиев – это совсем не фэнтези. Кастанеда, ну, очень... как? Это скорее, ну, то такое, это научная фэнтези, скажем так. Понимаешь, есть книги, которые с виду являются художественными произведениями, а на самом деле обладают очень сильным прикладным эффектом в жизни. И читая эти книги, ты, скажем, расшифровываешь какие-то жизненные задачки, которые перед тобой стояли раньше и стоят сейчас. Это очень интересно. А есть что-то? Гурджиев – это очень прикладная такая история. Потому что система манипуляций,
так сказать, которую он предложил, разработал, она действует и по сей день. Манипуляция другими людьми. Ну да. Ну да, это еще издревле началось, еще с Макиавелли. Даш, а скажи мне, пожалуйста, вот ты сейчас вот опять-таки говорил о машине времени, о том, что у вас, так сказать, даже еще и в школе, ты говоришь, вы это и слушали и так далее. Но, скажи мне, а вот сейчас же ты больше и больше слушаешь музыки, вот, и, собственно говоря, сегодняшней музыки. Ты сейчас видишь группы, которые вот, вот в сегодняшнем дне могли бы вот прожить такую же историю, как машина времени? Есть у кого-то такой потенциал, как ты думаешь? Ты знаешь, мне кажется, глупо думать о том, что есть похожие группы, потому что, во-первых, в разное время все это происходило. Не, не похоже, а вот именно по потенциалу своему. По потенциалу? Какая группа может 50 лет просуществовать? Нет, сейчас совершенно другое просто время. Я даже не могу представить, чтобы люди так любили и просили, например, ну, как какого-то продолжения группы, чтобы группа существовала столько лет. Ну, на моей памяти я не могу так, к сожалению, сказать. Есть, да, молодые, перспективные, талантливые группы и просто певцы, там, музыканты, но они, к сожалению, все как бы достаточно самобытные, им хочется, чтобы вот я один и все. Это как бы, если ты не играешь по моим правилам, то как бы люди расходятся. Но это каждого, мнение каждого, как бы. Мне кажется, что нет. Андрей, что а ты нет? Как в этом смысле думаешь, вот знаешь, когда начали говорить там, о клиповом сознании, о клиповом мнении, о всем остальном, будет теперь еще вот следующее поколение, так сказать, музыкантов, которые смогут так долго находиться на сцене и быть актуальными? Потому что я считаю, что машина времени вот до сих пор действительно реально актуальна. Это не комплимент вам, а просто вот реально... Если честно, я об этом вообще не думаю, потому что... Это произойдет или не произойдет, совершенно независимо от того, что я об этом думаю. Понимаешь? Не, понятно. Ну, ты просто сам как вот оцениваешь время. То есть была там эпоха такая-то, и в ней были вот там рождались такие фигуры. Нет, во-первых, во многом закончилось магическое действие того, что мы называем рок-музыкой. Не потому, что была музыка хорошая, а сейчас музыка плохая. Нет, просто она стала более прикладной. Она стала, в общем, таким фоном нашей жизни. А была религией. И это очень большая разница. Поэтому это давало гораздо более сильный импульс в этом жить, и с этим жить, и этим заниматься. Ну и потом надо сказать, что, скажем, сегодняшние рок-музыканты, с моей точки зрения, недостаточно глубоко познали жизнь. И их тексты не предлагают сверстникам чего-то, скажем, зачем они бы пошли бы дружно, вместе. Это очень важно, на мой взгляд, очень важно. Предложение, которое исходит от людей, которые творят. Ну, понятно, да. Ну, вот хорошо, как бы, да. Ну, в общем, собственно, да, тему в этом смысле закрыли. Очень старая песенка. Что ты слаб, чтобы мир изменить, опустить над крепостью флаг и ворота открыть. Пусть толпа войдет в город твой, пусть цветы оборвет, и тебя в суматохе людской там никто не найдет. Как легко знать, что ты в стороне, что решаешь не ты. Полпути позади, и немного осталось, и себя обмануть будет легче всего.
побед остается усталость, если завтрашний день не сулит ничего. И как трудно стерпеть и сберечь все цветы, и сквозь холод и мрак поднимать на мачте мечты свой единственный Вот, кстати, Даш, сразу как бы вот к тебе такой и момент, и вопрос. Вот эта песня, которая сейчас прозвучала, действительно, это вот еще из моей самой там, такой ранней юности. Вот это были одни из моих первых записей, которые я на бобинах записывал все время. А потом винил вышел такой еще, но это уже потом позже было. Скажи мне, вот у тебя была какая-то вот такая вот, ну не знаю, там история с «Машиной времени», помимо того, что вы там под нее танцевали, когда ты что-то из записи этой группы там для себя как-то прям вот доставала, приобретала, там покупала, не знаю, там уже у тебя были диски, я так понимаю? У меня были кассеты. Кассеты даже? Да, кассеты на магнитофон. Ты старенькая, что ли, получается? Я старше, чем ты думаешь. И мне папа доставал их, и мне очень, ну, мне нравилась сама эта магия, вот когда... Включаешь, ждешь, пока загрузит. Ну, вот рекорд. Повезло ребенку с родителями. Да, понимаешь? Да, да, да. С родителями и с классным преподавателем, как да, вы сказали. Да, да, вставляла и слушала кассеты и на репите постоянно. То есть я их отматывала постоянно. Вот это назад вот это была такой кнопочка тоже еще. Ну, да, мы дети магнитофоном. Здесь же есть, наверное, еще дети, кто на магнитофонах слушал музыку. Ну вот, да. Все кивают. А то я почувствовала себя резко такой старой. Да вон, там еще пару мужиков на сцене. Они тоже знают про магнитофон. Твое удивление лицо, типа, да, что ты слушал на магнитофоне. Ну вот песня «Пока горит свеча», я вспомнила, что я слышала ее в 11 лет. Это было в детском лагере в Артеке. И мы танцевали под нее медленный танец. Вот это я очень хорошо еще помню. Да, Андрей Вадимович росло поколение, да, все понятно. Я вот о чем. Я же вспомнил не случайно про вот эти про бобины и про все то, что мы тогда записывали, да. Как вы сами реагировали на то, что ведь очень много, да, людей в то время, особенно с учетом того, что ведь не было такой информации, там, да, кто где что доставал, очень часто, да, была вот эта самая склейка «Машин времени» и «Воскресенье», где на каком-то этапе люди переставали уже узнавать, где какая группа, и считали, что это все какой-то один репертуар, а нового ансамбля. Тому была причина. И другая запись производилась в одном месте, а именно в учебно-речевой студии ГИТИСа в ночное время. И записывал один человек, Саш Кутиков. Mm-hmm. Поэтому люди, которые это брали переписать себе, а потом переписывали уже вот друг от друга, и все это множилось, ну, конечно, к третьим рукам все это уже перемешивалось. Mm-hmm. Саша. А потом откуда было информацию взять? А кто это поет? Да-да-да, кстати, я прекрасно помню я о том, что... Я на группе «Воскресенье» отрабатывал новый звук «Машине времени». Да, привет Алексею Романову. Как хорошо, да. Что они нас сейчас не слышат. Не, они слышат, они слышат, они записывают. Они знают это. Я же, да, передал привет Алексею Романову. А потом было очень много каких-то музыкальных схожестей. Не похожестей, а именно схожестей стилевых. Поэтому, скажем, и звучали группы близко, похожи, ну да, друг, конечно, на друга. Я тогда просто сейчас перед песней просто вспомню, что, как сейчас помню, самые большие споры, знаете, вокруг чего возникали? Это уже для вас. Я помню, что я с кем-то даже врубился тоже в своем школе, это были какие-то вот как раз вот там 70-е, там, да, конец 70-х годов, о том, люди доказывали, что песня «Телега» — это четко песня группы «Воскресенье». Мы говорим, да не, ну «Машина», да не «Воскресенье». Вот такая была песня «Телега». Господа, послушайте, кто еще не слышал, если вдруг такие есть, да. Клевая была тема. А мы споем сейчас что-нибудь другое. Мы споем песню, которая в моменты создания называлась «15 к 30». А сегодня называется 48 к 64. А почему сами думаете? I'm 64.
время теперь такое, как река там, где брода нет. Мост мы строили над рекою, он длиной в 40 с лишним лет. И вот опять совсем, как когда-то, мы стоим на том берегу. И я такой молодой, и такой лохматый, и считаю, что все могу. Ах, какие моменты были, это просто кошмарный сон. Только дустом нас не травили, видно, дорог в хозяйстве он. И не желая скандальной славы, 40 с лишним лет налегке, мы учились дышать отравы, точно рыбы в Москве-реке. За спиною я слышу охи, этот парень уже не тот. У команды делишки плохи, не протянут они и год. Дорогие мои, не надо, я открою один секрет. Это все я слышал когда-то, а точнее 40 с лишним лет. И я чихал на прогнозы эти, вот только странно бывает вдруг, если вам подпевают дети и даже внуки былых подруг. А я совсем не такой уж старый, мне на вид где-то 45. У меня еще есть гитара, я умею на ней играть. И я еще вам не спел о главном, я надеюсь об этом спеть. Вот тогда посидели славно, вот тогда посидели славно, только встретиться б нам успеть. Я думаю, что все догадались о цифрах, да, но если нет, посмотрите там Википедию, возраст машины времени, возраст Андрея Макаревича, все вам будет примерно понятно. Вот, да, и, кстати, вот, да, M64 когда-то такую песню уже пел один человек, его тоже Макар зовут, в принципе, в своих кругах. Да, когда ему было 21, по-моему. Да, 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 да. Кстати, вот да, вот знаешь, когда я сейчас слушал эту песню еще раз, действительно удивительно, я, собственно, об этом даже и писал уже не раз, особенно когда всякие там интересные начались тут события, да, и прочее, что ведь действительно, вот для кого, для тебя, да, вот, ребята, вот те, кто сейчас там, да, как ты пытался там критиковать «Машину времени», что-то такое-то говорить про Макаревича, да, вот ровно то же самое эти люди проходили и 40 лет назад, и те же самые ровно реплики, то же самое. Никто уже не помнит этих людей, которые о них говорили. Вот «Машина времени» перед вами, она по-прежнему поет, в том числе и вот передает всем привет. Скажи мне, коль ты вот эту песню сейчас спел, еще же одна есть кайфовая тема у тебя. Насколько ты сейчас бы уже вот был согласен с этим текстом, или что-то поменялось? Песня про то, как тебя не любят эстеты и так далее. Вот, то есть... Ну, она относительно не такая уж старая. Песня, да, да, но тем не менее. Абсолютно согласен. В этом плане ничего мне не изменилось представление. Тоже не изменилось. Совершенно. То есть, потому что я думал, может быть, сейчас только, как раз только с эстетами-то ты и остался. Да? Прекратите. Есть эстеты и эстеты, знаешь. Ну, это понятно, да. На самом деле, я вот еще хочу сказать. «Машина времени», наверное, сейчас является, вот пока все об этом говорят, наверное, самый интернациональный, именно по части своих деяний и гастролей группы, из тех, что как раз-таки вот, особенно всем тем, кто грезит там о каком-то ушедшем Советском Союзе там, и так далее. Так вот, эта группа по-прежнему остается именно самой гастролирующей по всему тому, что когда-то называлось Советским Союзом, и она как бы принимаема везде, и везде с аншлагами, включая Украину и так далее, и так далее, и так далее, и Прибалтику. Для вас, для самих, Вы чувствуете, что вот, вот вся эта общность, бывшая советская, она все-таки теперь уже очень сильно различается? Она различается, и все равно их пока еще многое объединяет. Ну, «Машина времени». Да не только «Машина времени», какое-то детство общее, да? Все-таки... Язык. Язык. Язык объединяет. Фильмы, культура, ну, господи, книги... Мне жаль, что очень многое делается для того, чтобы все это вот затоптать и чтобы все это быстрее кончилось. И с нашей стороны, и не с нашей стороны. Это очень печально.
Вы приезжая, допустим, и все-таки, да, как бы договаривает вопрос, приезжая там, ну, условно говоря, там, в Молдавию или в Прибалтику, ну, теперь вот там в Латвию, в Литву, в Эстонию, в независимые страны, хоть в чем-то вы видите вот в разнице запросов, то есть, что вам надо построить репертуар, вот именно сейчас мы выступаем в Таллине, а вот сегодня в Кишиневе, и здесь немножко разные песни, да нет, любят конечно, из нас же. Конечно, нет. То есть мы вот... строим репертуар, исходя исключительно из нашего настроения. Потому что если он будет совпадать с нашим настроением, мы его сыграем хорошо. Если мы сыграем хорошо, значит, все будут довольны. Вы по-прежнему, ведь, на самом деле, вот, пускай это будет афишно, не афишно, но она на самом деле у вас по сути так получается. Ну, программа, с которой вы сейчас едете, да, то есть она называется «Миром правит любовь», то есть это, в общем-то, и песня, так сказать, из ну, последнего по времени выхода альбома, да, ну и просто сама по себе идея такая вот очень простая, хиповская, но она вот продолжается. Вы чувствуете, что действительно вот, вот вы эту любовь несете, что вместе с вами она приходит вот в эти залы, хотя бы, по крайней мере, где вы выступаете? Думаю, что да, потому что вот ну, нам удается, получается такая атмосфера. Мы довольно часто играли на огромных аудиториях. Там на Красной площади в свое время было 30-50 тысяч человек. Никто никому не то, что в морду не дал, на ногу не наступил. Не, ну милиция старалась это, там. Нет, да, там. Не, милиция как раз не старалась. Ей нечего было делать на самом деле. И вот эта атмосфера, она повторяется, слава тебе, Господи. Я надеюсь, что она, в общем, из наших песен во многом исходит. Ну, ты же все-таки при этом согласен, да, что, скорее всего, сейчас это только ваше желание. А на самом деле, вот, Миша, вот в этом в бытовом. Миша, я тебя перебью. Да-да. Дело в том, что большое заблуждение считать, что мы несем любовь. А любовь существует в мире, независимо от того, несем мы ее или не несем. Она существует в каждом человеке. Дать возможность почувствовать ту любовь, которая есть внутри у каждого человека, вот, возможно, в этом наша, скажем, задача. Во всяком случае, для меня это так. Ну да, я, ну, все понятно, да, я об этом и говорил, просто дело в том, что вот насколько все-таки вот в самом этом, вот не слогане, а в самом этом посыле все-таки есть именно, скажем, скорее такого вашего стремления и веры в это, хотя на самом деле это не так, то есть, да. Ну, как так и не так, это и так, и не так, хотелось бы, чтобы это было так в большей степени. Вот и все. Ну, понятно, ну что, я думаю, здесь сейчас самое время спеть песню, которая как раз-таки вот про мир и говорит. Ну, давай. Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы. Они торчат подрывы, чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой монастырь. Я видел эту жизнь без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Один мой друг, он стоил двух, он ждать не привык. Был каждый день последним из дней. Он пробовал на прочность этот мир каждый миг. Мир оказался прочней. Ну что же, спи спокойно, позабытый кумир. Ты брал свои вершины не раз. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Другой держался русла и течение ловил подальше от крутых берегов. Он был, как все, и плыл, как все. И вот он приплыл. Ни дома, ни друзей, ни врагов. И жизнь его похожа на фруктовый кефир. Видал я и такое не раз. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас.
Пусть старая джинса давно затерта до дыр, пускай хрипит раздолбанный бас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Слушайте, вы все в черном, это потому что стройнит, да? Нет, это совпало. Просто совпало, да, это другая певица поет. Хорошо. Естественно, мне, так сказать, слушатели и зрители нашего ТВ, нашего радио не поймут, да, если я не спрошу вещь, которая для меня известна, очевидно, но тем не менее придется ее спросить все-таки, да. В «Грудь машин времени» всегда была очень интересная история с клавишниками. Люди были разные, люди были очень, так сказать, харизматичные. Для некоторых из них такой отдельной как бы вехой в истории «Машины времени» стоят. И вот в данном случае поменялся еще раз клавишник «Грудь машин времени». Чего он поменялся? Одна графиня в древние времена использовала кровь младенцев для продления собственной молодости. Мы используем кровь клавишников. Слава Богу. Я рассчитывал на честный ответ Андрея Макаревича, который никогда не врет. Вот я думаю, это всем достаточно, да, я думаю, так сказать. Клавишника жалко. Как его же птичку жалко. Это его выбор. Вот так вот даже. Конечно. Как же вы его прижали-то? Что он это выбрал. Хорошо. Говорили о юбилее, да, то есть в смысле о том, который грядет там впереди. И ты сам же упоминал вот большие такие вот, да, вот массовые концерты, которые проводила «Машина времени». Я, кстати, хочу сам еще раз, это я так для себя, мне тоже приятно, когда был концерт, посвященный 25-летию «Машины времени» на Красной площади, во-первых, я его провел весь практически на сцене, да, я потом помню, даже в фильм попал, вот, и вот стоит Макаревич, и я за ним тоже так, мы все тут вместе рядом, и коньяк хороший был. Ну вот, потом было еще много таких интересных моментов, там, ну, я не беру всякие олимпийские, а беру, допустим, вот ту же Красную площадь, 25, беру Лужники, да, когда вот 45, когда тоже такая большая дата, и очень интересное пространство. Есть сейчас, в принципе, в городе Москве, я задаю вопрос Андрею Макаревичу как архитектору и москвичу, есть такое общественное пространство, на котором бы хотелось «Машине времени» выступить, вот, которое вот, было бы здорово вот так вот там сыграть? Ты знаешь, вот мы на самом деле об этом думаем, и мы в поиске правильной идеи, правильного места. Не так много таких мест. Ну, вот именно поэтому я тебя спрашиваю. С одной стороны, достаточно количество концертных залов, не выпендривайся, иди играй в зале. С другой стороны, но если событие какое-то особенное, то хочется сделать что-то необычное, что запомнится еще само по себе, понимаешь? Сыграть там с воздушного шара, например. Ну, условно говоря, я не знаю. Саша, а вот я тебе переадресую этот же вопрос, как человеку с Патриков и так далее, как человек, который там когда-то вырос. А вот сделать такой концерт на Патриках? Смотрели мы уже. Мы хотели это сделать, но дело в том, что милиция сказала, что она не может обеспечить. Там даже не в этом дело. Если помнишь, там очень низенькие старинные чугунные, да, огородочки, да, они на уровне от колена. И если толпа попрет, там просто переломают ноги себе люди. Ну, это да. Это место, конечно, хорошее. Интересно было бы там провести мероприятие. Но мы думали, по-моему, 45-летие, когда мы обсуждали, мы рассматривали это место. Да. Но, к сожалению, оно не подходит. То, что, как показывает практика, на концерты «Машины времени» подобные в Москве приходит больше 35 тысяч человек. Это 35 это минимум. Ну да, да. Был. Поэтому сложно. Я бы, конечно, с удовольствием сыграл бы на новом стадионе «Спартак». Но я не знаю. Ну да, я даже болельщик знаю. Зато я даже знаю, почему, да. Вот, но я не знаю, как. Здесь я с тобой не соглашусь, но приду, если позовешь, и туда, что же делать? Может, это будет единственный вот такой приход. Вот, кстати, если мы начали говорить об этих тоже площадках и вообще просто о всем, тогда обратный вопрос. А есть какие-то, вот, не знаю, вот то, что теперь любят, модно называться рэперными точками или еще что-то, из вашей молодости, вот которых теперь не стало, а жаль,
Ну, не знаю, от условно пресловутого кафе «Лира» до чего-нибудь еще. Что-то. А вот ну, жаль, ДК что «Энергетик» был. Слушай, его перестроили. Хотя поразительно, зальчик там остался. Там даже, по-моему, стулья не поменяли с 1971 года. И я туда зайдя поразился, какой же он крохотный. Там мест 300, по-моему. Там, по-моему, я помню, какое-то время Дедуров обосновался там тоже. Там, очень да, может быть. Да. Я... Самое обидное было, это то, что когда произошла вот эта реставрация ДК «Энергетиков» из легендарной 8-й комнаты, в которой репетировали «Скоморохи», мы, это «Цветы». Откуда вы Макса Капитановского к себе утащили? «Второе цветы, дыхание». «Второе дыхание», «Арсенал» Козлова. Да, вообще, кто все там только... Сделали туалет. Ё-моё, а должны были на самом деле сделать музей, что бы сделали в той же Америке, на самом деле, да, со всеми там первыми гитарами. Да, я так расстроился просто ужасно. Не могли найти другого места, бог ты мой. Действительно, выйди за дверь. Ну да, ну, да, 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 да. Выйди за дверь, как много вокруг, да. Отлично, дорог. Даш, когда будет, а оно, надеюсь, обязательно будет, да, естественно, в 50-летие «Машины времени», ты пойдешь на него? Такой провокационный вопрос. Ну, потому что позовут ли меня, раз, пойду. Ну, договоримся. Вот. Ну, если договоримся, то, конечно, пойду. К нам приходят только те, кого мы лично зовем? Опять вопросов на вопрос. Нет, ну, если... Андрей обзванивает так, алло. 35 тысяч звонков. Да, это было бы, наверное, сильно, если бы каждый звонил, сказал, извините, можно прийти к вам на концерт? Я вас этим не оскорблю своим присутствием. Нет, оскорбите. Ну, я думаю, что я приду. Приходи, и, пожалуйста. Да, и буду вот это, свое фирменное вот это. Ах, как прекрасно. Прекрасное мгновение моей молодости. Ну, тем более, ты же сама говоришь, там Кутиков будет петь половину репертуара, а у тебя же, ты говоришь, тембр один и тот да, же практически. Да, да, я, кстати, перед началом передачи пела эту песню. Такая, а, это же та самая песня. Я да. всегда был вольный стрелок. Извините, я не выдержала, вот душа поэта. Из репертуара «Машины» она поет только песни, которые исполняет Александр Кутиков. Неправда, нет. У нее свой такой женский баритон. Ну, прекрасно. Видимо, так. Знаешь, такой вам вопрос задам, который, ну, он такой, с одной стороны, вроде уже почти тривиальный стал, с другой стороны, о нем, это, знаешь, это разновидность вопроса, там, умер ли рок-н-ролл, только в данном случае он не так звучит, а было несколько акций, которые вот на протяжении, особенно 90-х годов, а даже еще раньше, еще в конце 80-х, мы их все помним, устраивали наши рок-музыканты, дабы показать такую свою некую солидарность, соборность, общность, что называется, да, был рок против террора, рок против наркотиков, все это рок-н-ролл, рок-н-ролл это мы. То есть вот всегда с использованием термина рок-н-ролл и как бы во имя чего-то или против чего-то или за что-то, но мы все вместе и в конце вот так вот руки на плечи друг другу и мы все дружно поем. Потом все это снивелировалось в тур «Голосу или проиграешь», после чего уже все перестали петь вместе и класть друг другу руки на плечи. Сейчас может сложиться ситуация, при которой когда еще можно положить друг другу руки на плечи вот так вот все вместе? Не знаю. Я сейчас не вижу такого большого стремления со стороны музыкантов куда-то класть руки. По-моему, каждый занимается своим делом. Вот ты прям точно говоришь, да, прям вот как он сейчас, да, прям вот этот ответ сейчас, да, у всех звучит, что мы все разошлись, вы знаете, у всех свои пути, свои дороги. А как ты думаешь, все-таки, вот, когда точно, вот, на твой взгляд, Саш, тоже, когда точно началось вот это вот расхождение по своим дорогам? А ты не знаешь? Я знаю, но я же дурака включаю. Как бы. Ты же что должен ответить, как бы. В 1918 году, понятно. Да-да-да. Кстати, столетие рок-н-ролла российского грядет, я так понимаю, значит, на самом деле. Ну, а все же? А чуть попозже еще? Ну, все-таки эти акции-то позже состоялись? Год 4 назад. То есть все-таки? Ты все-таки именно с этим связываешь? Не раньше, да? Конечно. То есть еще. Во всяком случае, кардинальные изменения в мировоззрении рок-музыкантов, скажем... Некоторых. Некоторых. Они произошли где-то года 4 тому назад. Ну что ж, жизнь, скажем, поверяет любого человека, и в частности, на такие понятия, как совесть. Вот, я как раз хотел сказать об этом. Ведь эти расхождения, они же были ни разу не политического толка, а именно как раз морально-нравственного, скорее, я думаю. Это связанные вещи. Конечно, связанные. Это связанные вещи, потому что если с твоей точки зрения в политике происходит что-то безнравственное, то ты можешь об этом сказать,
а можешь это принять. Вот и все. И или промолчать. Третий вариант. Ну, да, попадешь в первачи, да, это тоже известно. Вот в таком случае, а вы понимаете, как бы представляете, ну, вот по сегодняшнему мерку, как бы, я бы сказал такое, ну, условно говоря, такое первое поколение российских рокеров, которые как раз, на мой взгляд, мне кажется, изменились вот под воздействием каких-то вот сиюминутных моментов наименьшей степени. То есть вот мне кажется, вот, я говорю, что вот, это для меня вот очень такая вот важная мысль, я говорю, что вот я Макара, говорю, мог бы вот, что 30 лет назад, допустим, я его видел, что сейчас, но я примерно таким его себе и представлял бы. БГ примерно таким же, Шевчука примерно таким же. А вот следующее поколение, скажем, условно, там, мое поколение, там, вот оно как-то очень вот, резко стало вот, меняться. Вот, и вот иной раз смотришь на какого-то человека, вот, вот два разных человека, вот ты его знал 20 лет назад, сейчас просто принципиально это поменялось. Есть такое у вас ощущение или нет? Да, честно говоря, я не присматриваюсь к этим вещам. В конце концов, каждый свою дорожку выбирает, по ней ходит потом. Знаешь, это его личное собачье дело. И что я буду кого-то судить? Собачье кого-то по-доброму ты сейчас. Ну, так, абсолютно. Я думаю, что у каждого свои разговоры внутренние. С совестью, с личной. И каждый, скажем, выбирает либо совесть, либо партийная совесть. Ну да. Для вас, вот как вот людей, опять-таки, вот таких уже с горы, что называется, можно сказать, наблюдающих за этим, это вызывает некоторую печаль или действительно, вот как ты сказал, прям индифферентность? Ну и плевать. Вообще ничего печального нет в том, что твои глаза на что-то открываются. Печально строить все иллюзии. И в иллюзиях прожить всю жизнь. Вот эта вот общность, о которой ты говоришь, она была большой иллюзией, как выяснилось. Потому что на прочность она испытания не выдержала. Ну так нефига себе рисовать какие-то картинки несуществующие. Ну да, согласен с тобой абсолютно. Я поэтому просто это и был вопрос, это и был правильный ответ. Господа, ну что я могу еще сказать? Во-первых, так сказать, благодарен, что «Машина времени» сегодня у нас в гостях. Спасибо, что просто позвали. Да, удачи «Машине времени» и в дальнейшем, и дальнейшем. Да, то есть трасса, мне кажется, уже просто похожа на автобан, по которой она едет. Поэтому, я думаю, она будет ехать долго. «Машина времени» будет 15 февраля в ВТБ «Ледовая арена» в Москве на «Чартовой дюжине». Ну, я думаю, что представлять эту группу, я думаю, не надо. Мне кажется, наизусть знают, как и, так сказать, состав группы «Битлз». Хотя, не знаю, если нужно, Андрей, ты можешь там сказать о каких-то вот, скажем, о новых лицах в группе. Да. Господа, позвольте мне познакомить вас с музыкантами команды. Да. За клавишами вы видите Александра Левушкина. Труба и общая красота тела Александр Дидковский. Справа от меня расположен замечательный гитарист Игорь Хомич. Да. Угу. А вот идет Валерий Ефремов. Вот вышел Валерий Ефремов из-за барабанов. Да. Даже... Александр Кутиков никуда не уходил. Ну вот и Андрей сцену. Макаревич перед вами. «Машина времени» в воздухе на нашем. Спасибо, Даша, поможете сегодня. Михаил Марголев с вами. Увидимся и услышимся в следующий раз. Ну и, как обычно, на ход ноги еще одна вещь. Я зову тебя, а ты не слышишь, вот беда. Ведет дорога в никуда, и путь все ближе, друг любезный мой. Ты прав, уже не надо следовать за мной. Бог даст, и ты услышишь голос за стеной. Хотел все тише. Однажды, когда этот мир обессилит от жажды, и каждый поймет наконец, в чем он был виноват, случится друг другу в глаза посмотреть и проститься, как птицы,
что больше сюда уже не прилетят. Но что-то заставит звучать еле слышную ноту, и кто-то откроет ворота на солнечный свет. Мы вместе идем, распеваем хорошие песни по пресне, и в мире нет смерти, и времени нет. Нет смерти и времени нет.